Ледобур Торнадо 2М. Складной, шнековый, двуручный, с выдвижной штангой-удлинителем и левым вращением. Предназначен для бурения отверстий во льду при спортивной ловле рыбы. Торнадо М2 – это модернизированный вариант уже хорошо зарекомендовавшего себя ледобура Торнадо М. Главное новшество в ледобуре – это изменен шаг резьбы на деталях замка. Это позволило полностью решить проблему с самопроизвольным откручиванием барашка и ослаблением замка. Верхняя рукоятка ледобура смещена относительно оси ледобура на 125 мм, а нижняя на 155 мм. Такое расположение рукояток позволило вращать ледобур одновременно двумя руками, тем самым увеличивая скорость бурения лунок во льду. Глубина бурения до 1 метра 470 мм. Длина в сложенном положении 935 мм. Масса без чехла не более 3 кг 400 г. Особенности ледобура. Поворотный механизм складывания рукоятки компактный. Высочайшая надежность, полное отсутствие люфтов, абсолютная соосность шнека и рукоятки. Телескопическая вставка-удлинитель позволяет ступенчато увеличивать глубину бурения. Штанга-удлинитель покрашена полимерной порошковой краской. Удобные ручки. Прочный каркас из жесткой пластмассы покрыт мягким пластиком, остающимся приятным на ощупь даже при сильных морозах. Шаг витков шнека увеличен на 10% по сравнению с классическими ледобурами, что обеспечивает более быстрое освобождение лунки от шуги, снижает усиление бурения, а также предотвращает заклинивание шнека. Оригинальная окраска «Хамелеон» не только имеет привлекательный внешний вид, но является одной из лучших полимерных порошковых красок по механической стойкости. Комплектация ледобура включает в себя полноразмерный чехол из высококачественной износостойкой ткани, предназначенный для удобного хранения и транспортировки ледобура. Высочайший уровень контроля качества. При изготовлении каждый ледобур проходит полный контроль по более чем 50 параметрам качества.